В Чувашии вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве предпринимателя, совершенном в 2019 году. Убийце назначили 15 лет. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии установило, что 57-летний житель Мариинского Посада поссорился с соседом и выстрелил в потерпевшего, который скончался на месте. Машину погибшего, в салоне которого были следы крови, нашли на следующий день в Татарстане. Через непродолжительное время после совершения убийства злоумышленник вместе с пособником вернулся на место происшествия, чтобы избавиться от следов совершенного преступления. Вместе мужчины обыскали территорию производственной базы, а также офис погибшего, где обнаружили системы видеонаблюдения, а также системные блоки от компьютеров, на которых могли храниться видеозаписи, и похитили их. В ходе следствия были допрошены более 70 свидетелей, проведены более 50 экспертиз, генетические, видеотехнические, баллистические, взрывы, технические и другие. Приговор еще не вступил в законную силу.